Доброго вечора, Євген Степанович. Добрий вечір. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні. Запрошуємо в цю студію традиційних гостей, які мають суттєвий вплив на життя в регіоні. Вважаємо, що ви один з таких людей з багатьох причин, зрозумілих, я думаю, нашим глядачам, і тому не буду навіть їх перераховувати. Але почати хочу з інформаційного приводу, як люблять казати журналісти. Ви отримали чергову нагороду від чергового президента. І мені цікаво, як ви ставитесь до нагород взагалі і конкретно до цієї в тому числі. А ще, чи вам важливо, який саме президент вам нагороду дає? Ну, во-первых, я хочу поблагодарити президента Владимира Зеленского за тот указ, который он принял. Я хочу поблагодарить нынешнее руководство нашей области, которые содействовали этому вопросу, поддержали этот вопрос. Ну, сама по себе награда, конечно же, приятная, потому что если она объективная, то это какая-то оценка твоей деятельности, твоих заслуг перед государством. И, понятно, это приятно. Но жить для того, чтобы ради наград, для того, чтобы соглашаться и так далее, я просто, могу сказать, такой, может быть, не для прессы вещь, что в свое время при президенте Ющенко мне предлагали купить Героя Украины. Недорого, 200 тысяч долларов. Я сказал, ребята, мне это не интересно. Євген Степанович, поговоримо сьогодні і про дні нинішні, але цікаво заглянути в минуле ваше і зрозуміти, що сформувало вас як людину. Відтак, якщо можете, розкажіть кілька слів про родину, звідки і як походить вона, і яким було ваше дитинство? Ну, я корінний кіровоградець, я родився здесь, в Кіровограді. Мої батьки абсолютно прості люди. Отець був шофером, водителем, мать касіром на железній дорозі. Я учился, навчався в українській школі номер 3 тоді на Миколаївці. Затем поступив в строительний технікум. Затем наш машиностроительний інститут, тодашній сільхозмашиностроєння, з отличием його закінчив. И работал, в общем-то, так получилось, что и строительное образование, машиностроительное, я в основном работал в строительных организациях. Работал и все время на руководящей должности. Мне нравилось быть руководителем, я знал и хотел быть руководителем. То есть это такая рыса характера выходит еще? Да. Как бы это мое призвание. И я достаточно молодые годы стал начальником крупного строительного управления Межколхозстроя, затем стал заместителем председателя был Межколхозстроя, курировал всю стройиндустрию был Межколхозстроя, собственное строительство, когда произошла реорганизация, слияние был Межколхозстроя с сельстроем государственным. Я написал такое неожиданное заявление, попросился, чтобы мне, руководителю областного уровня, чтобы отдали карьеру в Межколхозстрое. Ну, тогда они были в очень таком плохом состоянии, техническом. А дефицит в продукции в Щебне был большой. Но тогда уже началась перестройка, тогда уже пошли новые веяния, и как-то, наверное, я понял, что будущее за этим. И я могу сейчас сказать, что у меня предпринимательский стаж более 30 лет, потому что в июне 88 года еще в Советском Союзе вступил в силу закон о кооперации, который позволял предпринимательскую деятельность коллективную, хотя до этого в Советском Союзе предпринимательская деятельность была тяжелое преступление уголовное. И в июле я уже организовал самый, на базе карьеров Межколхозстроя, организовал самый большой кооператив в Украине, потому что там уже на то время работало около 300 человек. Но тогда было главное. Денег было сколько угодно, а не было продукции.
И тогда в большом объеме строились дороги на селе. Именно в эти годы вот был такая программа, и правильная абсолютно программа, а из чего строить не было. Поэтому вот тот прирост, который мы получили, он был востребован и мгновенно оплачен. И мало того, когда в свое время здесь Долинский ГОК строительство передали западным немцам по договоренности передачи Германской Демократической Республики, ФРГ, то эту стройку должна была уже заканчивать Федеративная Республика Германия и крупный баварский концерн. И тогда это еще был, начало Украины, еще был Советский Союз, то мы заработали первую валюту. И у меня в 90-м году уже на счете было больше полмиллиона дойчмарок. Сьогодні ми не можемо говорити, що бізнес живе в надто сприятливих умовах. Я маю на увазі конкретно сьогодення, коли пандемія вирішує багато в чому і долю бізнесу в тому числі. Знову ж таки, спілкувалися з керівниками значущих підприємств Кіровоградщини, цікавилися, як вони переживають цю кризу. Для вас це теж стало можливістю інакше подивитися на бізнес? Що таке пандемія для вашого підприємства? Ну, ви знаєте, що чоловічество обречено на то, что будут постоянные вызовы. Мы живем в сильно изменяющемся мире, и на этот мир мы влияем далеко не везде положительно. Естественно, получаем возврат нашей деятельности. Но с другой стороны, не исключено, что вы представляете, какие деньги заработали концерны фармакологические на этой проекте, это сотни миллиардов долларов. И очень большая есть, большой соблазн, это все, что недаром в Китае, случайно в Ухане, где случайно лаборатория по исследованию находится, и вдруг с базара возникла пандемия. А лаборатория специальная, которая работала над этими вопросами, вроде бы в стороне. Вы предполагаете, а меня лично это настораживает. Что это может мати якісь наміри? Это может быть, что утечки эти были не базар, не несчастные эти кожаны. Нас весь мир на колени поставили. Это были утечки. Ну, це предположення. Я не можу утверждати, у мене немає доказательств. Якщо повернутися до роботи, якою займаєтесь ви і ваше підприємство, багато міжнародних концернів, з якими ви маєте справу, мусили призупинити свою діяльність. Хтось зовсім закрився, перечікував, чим це закінчиться. Відтак і ваші, очевидно, потужності мали би призупинитися. Як ви пережили пандемію в частині активності? Ви її знизили? Доводилось вам подібне робити? Ну, коли почалась пандемія, у нас був достатньо великий портфель заказів по модернізації українських атомних реакторів по програмі Європейського банку реконструкції та розвитку. Були міжнародні тендери, частина яких ми виграли доволі велику, більше, ніж на 150 мільйонів євро. І ми виконували цю програму. То есть мы фактически были в это время загружены более чем. С другой стороны, надо было обеспечить, чтобы люди не заболели. Поэтому мы заранее закупили маски, закупили средства дезинфекции, спирт закупили для того, чтобы потом самим делать эти средства дезинфекции. То есть мы вошли в этот плохой период достаточно подготовленным. И поэтому первый кризис, первую волну мы пережили достаточно легко. Угу.
На заводе заболели, ну, там всего несколько человек. И то заболели на атомных станциях, когда наладчики, когда ехали туда монтировать оборудование. Но они сразу же их выявляли, сразу же они на карантин уходили. И мы, как бы Бог миловал, мы достаточно легко перенесли. Во время второй волны количество заболевших было больше. Ну, если у нас на заводе работает более 1000 человек, то заболело, наверное, десятка 2-3. Но снова-таки мы своевременно реагировали. Что касается наших международных контрактов, мы рассчитывали на серьезный рынок и на серьезные заказы на территории Соединенных Штатов. Там около 100 реакторов работающих, и больше половины из них уже прошли срок, ну, нормативный срок службы. То есть нужно или закрывать, или модернизировать. Поэтому у нас был, мы рассчитывали, что мы и там будем иметь достаточно большие заказы. Мы подготовились, мы сертифицировались у американского ядерного регулятора. Кроме нас, такие сертификаты имеют еще 6 крупнейших мировых корпораций. И мы 7-ми стали, маленький радий среди таких бронтозавров. И, тем не менее, технический уровень, то, что мы сделали, позволяет с выводами американского регулятора, позволяет судить, что мы на сегодняшний день создали лучшее в мире оборудование для управлениями, системами, связанными с безопасностью в ядерных реакторах. И это объективная оценка, это не то, что каждый кулик своє болото хвалить. Як мені здається, уряд мав би бути теж прогностиком, і коли почалися різні там історії в Європі і в інших куточках світу, то мали би активніше діяти в частині підготовки. Як це ви зробили? Яка ваша точка зору на події, які відбуваються? І ще нюанс. Економічна складова. Ваше підприємство все таки, ну, специфічне. Воно, по-перше, закрите, по-друге, дійсно, ви маєте справу з міжнародними партнерами. А от сфера обслуговування постраждала серйозно. Хтось, мабуть, уже і не відкриється після цього другого локдауну. Як ви оцінюєте локдаун як запобіжник для розповсюдження хвороб? Ну, если говорить об економіці, то картина достатньо непростая. Если посмотреть вот с политической точки зрения, надо понимать, что с президентом Зеленским он вступил в должность президентскую, не имея вообще команды. Вообще не имея квалифицированной команды. Потому что эта политическая сила появилась за несколько месяцев до того, как он принял присягу. Ну, в этом есть своя проблема. То есть, с одной стороны, если бы сейчас вы спросите, несмотря на падение рейтинга, что стоило бы нам поддержать Зеленского тогда, я однозначно скажу, стоило. Потому что из всего того, что у нас было на политической арене, единственная надежда, которая была, что мы выйдем с коррупции, что у нас, ну, в определенных направлениях, где мы вообще в тупик позаходили, мы найдем какие-то выходы политические. Ну, мы имеем это судебная власть. Ну, коррупція, ну, проблеми всі проблеми України, політичні і так далі. Як вона була сформірована? Сформірована це государство. Угу. Оно було сформірована в початку як корупційне государство, сформірована во времена президентства Кучми чиновниками, которые построили таким образом все закони, всю эту государственную систему. Для того, чтобы бизнес – это был как дойная корова, который для того, чтобы бизнес получил какие-то необходимые вещи, он должен был платить. И поэтому чиновникам стало… Почему все в политику идут? Потому что чиновникам стало очень выгодно быть. Силовиком стало очень выгодно быть. Потому что люди, которые получали зарплату там, 5-6 тысяч гривен, построили дворцы, в которых нужно на месяц, на 5-6 тысяч гривен только метелок купить, чтобы там убирать. А это украинский факт. Не то, что отдельный, это тотально, абсолютно тотально у нас в Украине. И тотально до сих пор. Зеленскому вдалося? Нет. Однозначно нет.
Потому что задача, которая стояла, она была очень сложной. Если в политических вопросах, ну, мы можем говорить, что принято то, что обещалось, там, недоторканность депутатов, там, и так далее, ну, я считаю, это второстепенные, в общем-то, дела, то это все как бы было выпилено. Но главное, в чем мы все нуждались, в экономическом направлении, к сожалению, отсутствие необходимой квалификации первого правительства и нынешнего правительства приводит к тому, что экономика у нас в далеко не лучшем состоянии. Но снова-таки не везде, не во всех направлениях. Если говорить об современном IT-индустрии и так далее, там, на мой взгляд, ну, достаточно серьезные, там хорошая команда и достаточно серьезные прорывы. И я верю в то, что через 2-3 года ну, большинство вот, первопричин коррупции будет убрано, потому что на чем коррупция сидит? Я должен обратиться к кому-то для того, чтобы что-то решить. Если это все будет автоматизировано, будет решать тупой компьютер, который денег не берет. Вот ему заложили программу, он... Немає людини, немає контакту, немає відповідно запиту на корупцію. Это первое, это заложено довольно мощный фундамент. Это первое. И второе, достижение, очень серьезное достижение, потому что за небольшой срок президентства Зеленского у нас дорог построено было больше, чем за президентство Порошенко и всех остальных вместе взятых. Ну, тут я с вами, мабуть, не очень... сгоджуся в частині навіть цифр. Якщо, ну... якщо цифрами навіть порівняти, то навряд чи. Нет. А ще можу сказати, що є така історія продовження того будівництва, яке починалося, в тому числі і за закладеного фінансування. Я це знаю твердо, тому що ну, володію певною інформацією. Я можу поспорити. Але добре, що він продовжив гарну значить, справу. Бюджет на строительство дорог у нас ніколи не превышав 30-40 миллиардов гривен. Это мизерный бюджет. Какое строительство? И вы посмотрите, бюджеты. Он в конце президентства Порошенко, он вырос несколько, до 50 миллиардов. Но последний год все деньги на строительство ушли на избирательную кампанию. И мы тоже это знаем. То есть фактически один год кое-как при Зеленском бюджет вырос до 100, порядка 100-120 миллиардов. И на этот год планировалось уже на 2021 150 миллиардов. То есть цифры совершенно несравнимы. И это выполнено. Но, к сожалению, вот там, где мы работаем, в энергетике, это энергетика, это база экономики. К сожалению, там ситуация, очень мягко сказать, плачевная. Потому что эту отрасль отдали практически на откуп олигархату. Ну, фамилии известные, две большие. И вот они между собой делят, кто... В связи с этим источник дешевой электроэнергии НАЭК «Энергоатом», с которой мы работаем, он ну, фактически с точки зрения государственной политики, она шла на его уничтожение. То есть нонсенс. Источник дешевой электроэнергии убивался в ущерб ну, так называемой зеленой энергетики, которая ну, лоббистами, снова-таки лоббистами из теми от тех же олигархов сегодня вот пресса, смотрите, кричат, вот нас зеленого, давайте рассчитаться зеленой энергетикой. Но наши зрители должны понимать, что такое вообще электроэнергия. Это разница потенциала между двумя проводниками. Когда между ними электродвигатель поместить или другой исполнитель, лампочку, любой, выполняется работа. Идет поток электронов и выполняется полезная работа. Если в это время не используется, это все уходит в космос. Не обогревает атмосферу, просто уходит в космос. То есть и что получается? Зеленые электростанции, у нас в основном они солнечные, они работают, ну, когда солнце, с 10 утра до 4 вечера. Все. То есть днем. В это время потребность Украины полностью 100% закрывается работой атомных энергоблоков.
То есть дешевая электроэнергия. То есть вся наша зеленая энергетика, это в космос идет. Ні одного кіловата не йде ні в економіку, ні нікуди. Хіба ми не можемо акумулювати і використовувати тоді, коли це зручно? Ніяк. Технічно це неможливо. В космос все. От вся, от в чому ужас, що вся от ця зелена енергетика, всі ці десятки мільярдів, які треба цим жулікам. Ви сказали, ви розмовляли з Зеленським. Він да. почув вас? Ну, мені показало, що так. Да. Потому что сразу после нашего разговора, который состоялся во время ее визита на завод, через две недели было проведено совещание на Хмельницкой атомной станции о проблемах атомной энергетики и так далее. Ну, для того, чтобы вот, вот этот ворог весь привести в порядок, это непростая задача, и она требует системной постоянной работы. Хочу більше поговорити про ваш колектив. Ви зауважили, що Зеленському більше вдалося би, якби в нього був сформований колектив і люди надійні, поруч з ним, професійні, порядні, в тому числі, тому що це ж теж важливо. Люди, з якими працюєте ви, це команда, яка пройшла з вами крізь роки, і взагалі, як ви підбираєте собі людей для роботи? Я вважаю, що ну, одна із моїх, ну, не то, что заслуг, а моих достижений, о том, что мне удалось по направлению создать мощный коллектив. Потому что для того, чтобы создать вот КБ, которые разработали вот эти уникальные мирового уровня разработки, мы буквально по базарам собирали, только развалился завод, они ушли на базары, там ради деталями торговали какими-то, делали примитивные, мы их собрали, заинтересовали, сделали так, чтобы они хорошо зарабатывали, чтобы была интересна творческая работа и такая адекватная оценка. И нам это удалось. И я горжусь тем, что вот есть такой мощнейший коллектив, который есть сегодня «Радий», и другие предприятия, которые ну, сегодня мы продолжаем производить щебень. Мы основной поставщик щебня в области, на все эти дороги, которые строятся в области. И там нас прекрасные люди, прекрасные руководители. Сегодня у нас новое направление, которое мы реализуем. Мы практически реализовали отельный комплекс на берегу Азовского моря Пелена Таврии. Где-то на 1500 отдыхающих. И это на сегодняшний день, я могу с гордостью сказать, что это, ну, если взять по всем критериям, уровень анимации, уровень организации, то это сегодня лучший отель на побережье. И он готов к работе. Второй очень большой, грандиозный, я бы даже сказал, проект, который мы сейчас реализуем, это туристический комплекс «Парк-отель Скифия». Это в 45 километрах от Кировограда, на берегу озера искусственного, на русле реки Черный Ташлык. Там мы ну, делаем очень интересный проект, уже на площади 36-37 гектаров. И я думаю, что это будет в свое время лицом нашей области и какой-то туристической меккой, потому что там действительно заложено очень много интересных идей. Ну, я приглашаю уже этим летом, уже в июне, там будет уже пляжная зона где-то на 5-7 тысяч человек с песчаными пляжами, с барами, ресторанами, искусственными озерами, фонтанами. Ну, ну, другого такого в Україні просто нет. А в нас буде. Колектив – це родина? В какой-то степени, вот если говорить о коллективе завода «Радий», это да. Потому что мы много, кроме того, что обеспечиваем рабочие места всем необходимым, ну, это обязательная вещь и так далее, то мы, используя то, что у нас есть еще сельскохозяйственное подразделение, где выращиваются фрукты, овощи, есть рыбное хозяйство, то у нас работники завода мед
работники завода, есть специальный магазин, который для работников завода по оптовым ценам, не по то, что на рынке, дается свежайшие овощи, свежайшие, ну, все то, что мы производим на сельскохозяйственном направлении. А это тоже одно из направлений. Это, ну, как бы у меня в работе 16 тысяч, больше 16 тысяч гектар земли, 7 хозяйств, мощнейший элеватор на 100 тысяч тонн, полностью автоматизированный, систему радио делал. И вот когда наш губернатор недавно посещал, то его привели там, где управляется всем этим огромным элеватором, то это сидит один человек, два компьютера и телевизор, и все, все видно, кто где происходит. Так это что, один цифр, да? Ви вважаєте себе патріотом і в тому числі як місцевого рівня, мається на увазі свого міста і України в цілому? Ну, звісно ж. Що таке взагалі патріот, на вашу думку? Ну, перше, патріотизм – це уваження к той землі, на якій ти живеш. Це перше. Є лжепатріотизм, який підміняє вот глубокое уважение и работу для улучшения вот того клочка земли, где ты ступаешь, чтобы надо делать так, чтобы там завтра было лучше, чем вчера. А можно, ну, будем говорить так, заниматься просто балачками, выкрикивать патриотические лозунги, за которым ничего не стоит, за которым деструкция, пустота и развал общества. Все те памятники, которые вот сегодня украшают город, все сооружены с моим участием. Я там был инвестором, во многих исполнителем, потому что вся гранитная часть мы делали. И ангел-хранитель, который, вы знаете, на въезде, вот, древнем въезде в город, он, это подарок нашему городу в 250-летие. И в свое время. И он профинансирован нами практически на 95% и построен. И рядом церковь. Не церковь, а, если точнее, это соборный храм, потому что там две церкви. Наверху в классическом стиле это церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, а внизу уже в византийском стиле это Рождество Христово. У нас самое большое собрание храмовых икон, которые написаны на Афоне, в афонских монастырях на Святой Земле, специально для нашего храма. У нас таких порядка 30 икон. Такого собрания нет ни в одном храме в Украине. Даже в, ну, таких больших, как София, там потом, ну, думаю, такого собрания нет и... Ну, нет, нигде. И хорошие священники, очень духовные люди. Отец Евгений, отец его помощник, второй священник, отец Иоанн, тоже он из молодых священников, интересных священников, которые умеют общаться с молодежью на понятном языке. И я очень горд, что вот мне тоже удалось... Вот создать вот такой интересный храм и подарить к 260-летию. Это тоже был подарок нашему городу. Мені цікаво, чи отримуєте ви підтримку влади у ваших намірах поліпшувати край? Тому що я вважаю, що навіть комерційний проєкт – це класно, тому що раніше був степ, поле, голо, а сьогодні там є перлина відпочинку, так? Хотілося б, як ви вже говорили про це, аби не дивилися на бізнес як на джерело, з якого можна, а все-таки людям, які прогресивні, рухаються вперед, допомагали. Якщо говорити про Кіровоградщину, відчуваєте таке сприяння?
Ну, вы знаете, что некоторые руководители области, как бы прежний губернатор, так и делали, не смотрели на это дело, но вот тоже это факт, что все-таки что-то меняется. Не так кардинально, как нам хотелось, но все-таки меняется. Все-таки по рукам он получил. Вы про Болоня? Да. Да, ну, да. Ну, все-таки раньше же этого не было. Как бы то его все равно прикрыли, закрыли, переместили. Справа ще в суді, ще не можемо далі, нічого стверджувати. Ну, во всяком случае, с треском он да. был уволен, и уже ж, ну, будем говорить, сильно, может, его где-то что-то куда-то и пристроит, но сильной карьеры он уже не построит. И назад его же на руководство нашей области точно не вернут. Что касается нынешнего губернатора Андрея Назаренко, то, конечно, еще, может быть, тоже рано говорить о каких-то уже выводах и так далее, но у меня хорошее впечатление. Угу. Потому что он на меня производит впечатление человека, который старается что-то сделать. Может быть, ну, для того, чтобы что-то сделать быстро и кардинально, у нынешних губернаторов нет необходимой власти, необходимых полномочий. Понятно, они имеют только какой-то круг и так далее. Но желание у него, несомненно, есть. И вот мы начинали вот уже Скифию, она начиналась просто как база отдыха радио, и в принципе потом возникла идея, что это расширить на более масштабное. Ну, но снова это планировалось как проект частный, как проект. Это идея вот Назаренко, что и сейчас мы над ней работаем, о том, чтобы это был всеукраинский проект, всеукраинского значения, туристический комплекс государственного значения и с большими масштабами. И, естественно, мы уже тоже скорректируем, может быть, будет думать, как его расширить, как его сделать более интересным, более масштабным, более содержательным. И это уже инициатива нового губернатора. Он предложил, вызвал меня, предложил, говорит, давай так. Потому что мы вот видим, ну, вот это серьезный, хороший проект, перспективный, давай вот сделаем его. Ну, давайте, я за, потому что он лучше работать будет тогда. А чим взагалі держава, на вашу думку, може сприяти бізнесу, окрім того, що не вимагати хабарів? Ну, перше, саме головне – не мішати. Не мішати. От при всьому тому, що ми, якщо б не було пандемії, при всьому тому, ну, во многих вопросах некваліфіцированим руководством економікою, ми б мали б плюс. І мали б. Я в цьому абсолютно убежден. Тому що объективно давление на бизнес упало. Да, это не выполнение еще тех обещаний, которые были, что каждый силовой орган должен заниматься тем, для чего он создан, но что все они занимаются, следят за бизнесом. Все. И, естественно, более цивилизованно стало работать налоговое. Ну, нету таких наездов, нету таких это. Ну, квалифицированно. Они не, я не скажу, что стало, они менее бдительными стали, но более цивилизованными. И это хорошо. И, конечно же, я думаю, что рост экономики в Украине будет. Единственное, такой ключевой вопрос – энергетика, который надо привести в порядок для того, чтобы мы все заинтересованы, чтобы было дешевой электроэнергии. Потому что рассчитываться с этими зелеными бандюками, которые инвесторами, будете вы. Каждый из вас, каждый из нас. Предприятие, как, хочешь не хочешь, цена за электроэнергию вырастет. При любом правительстве вырастет. Датировать ее-то неоткуда. Бізнес і політика часто перетинаються, ви самі сьогодні про це говорили, шляхом там політичних можливостей лобіюються ті чи інші інтереси. Бахмач і політика, як вони співіснують? Ну, своїм, ну не то, що недостатком, а я ніколи не использовал політику, какое-то политическое влияние для формирования и развития бизнеса. Никогда.
Мне, в принципе, мне все равно, кто будет президент, мне все равно, кто будет губернатор. Ну, с точки зрения бизнеса. Не как человека, а просто как бизнесмена. Потому что мы никак не, практически ну, никак не зависим от власти. Ну, зависим косвенно. То есть, если уничтожают НАЭК «Энергоатом», а ну, радиозаказчик. Заинтересовано государство, чтобы была атомная энергетика безопасная. Мы обеспечиваем эту безопасность. Но если НАЭК будет банкротом, понятно, мы останемся без заказа. Да, мы как-то будем пытаться это зарубежными заказами компенсировать. Но вряд ли это удастся в полной мере. То есть все равно какой-то спад будет. И он неизбежен. То есть мы зависим, конечно же, друг от друга. Власть зависит от бизнеса, потому что бизнес всегда источник формирования бюджета. Всегда. Другого источника государства не существует. Ну, не существует. И мы хотели, бизнес хотел бы, что с одной стороны нам не нужны никакие протекции, не ну, будем говорить, не помощь от государства, потому что это все так называемая государственная помощь, это очередная коррупционная схема, там кому-то что-то нужно перекинуть бюджетные деньги. Ну, понятно, тоже же не просто так. Поэтому мы заинтересованы в равном конкурентном бизнес-поле. То есть кто лучше, тот должен выигрывать. Ростки есть. Ну вот Прозоры, эти тендеры, они не совершенны. Там еще надо работать над этим делом. Но все-таки это не тот беспредел, который был ранее. Ростки есть. И я в этом направлении оптимист. Вы взагалі оптиміст, як мені здалось за годину нашого спілкування. Давайте поговоримо про ваші найближчі плани. Я вже зрозуміла, що ви і досі продовжуєте, і слава Богу, є у вас замовлення, люди з роботою, працювати за кордоном. Можливо, є проєкт, про який ми сьогодні ще не поговорили, або який ви ще не встигли презентувати громадськості? Ну, якщо говорити о радії, то направлення в атомній енергетиці, от в связи з об'єктивними, от, ну, скажімо, не очень правильными действиями в области энергетики правительства, то у нас есть все основания полагать, что уже в этом году будет серьезный спад заказов со стороны НАЭК «Энергоатом». Просто нет денег на реконструкции, на проведение работ и так далее. То, что ему сегодня не хватает и на зарплату. А уже думать о завтрашнем дне, о повышении безопасности просто не за что. Естественно, это скажется на нас. Мы не получим заказы, и будет спад. С другой стороны, мы пытаемся это компенсировать увеличением заказов вне Украины. Это Америка, Канада, там интенсивно работаем, Болгария, у нас там неплохие позиции. И направление, которое не связано с атомной энергетикой. Мы ведь можем делать оборудование для тепловых станций, и для газопроводов, ну, для любых серьезных предприятий, там, где нужна высокая степень безопасности. Мы сейчас начали разработку вообще над новым направлением. Мы сейчас создаем комплект современного оборудования для майнинга. Это кажется, потому что многим кажется, что майнинг – это какие-то детские игрушки айтишников. Это непонятно, что это такое, ну, обычному человеку. Что кто-то что-то играется, из этого откуда-то с неба сыплются просто гигантские деньги. С одного доллара, там даже меньше доллара был биткоин, а сейчас уже там 30 с чем-то тысяч, до 40 доходил и больше. То есть гигантский рост. Но надо понимать, что это такое. Это же не просто работа, что такое майнинг. Это создаются огромные серверные центры, которые перерабатывают информацию. Ведь вы должны понимать, что вы работаете с интернетом. Каждый же у вас запрос кто-то должен принять, переработать и выдать вам информацию. Это гигантский объем перерабатываемой информации, и который
растет в прогрессии. Естественно, вот эти фермы – это не что иное, как огромные серверные системы, более чем серверные, для переработки информации. И платой за это они перерабатывают, выдают сеть информации, ими рассчитываются биткоинами, то есть в зависимости от количества. И для этой эта переработка, она довольно энергоемкая. То есть для того, чтобы серьезная ферма потребляет огромное количество электроэнергии. Но это зависит от того, какое там оборудование используется. Вот мы сейчас разрабатываем новое поколение этого оборудования, которое будет в несколько раз более быстродействующее, чем существующее, и в несколько раз менее энергоемкое. И мы хотим разработать и новые фермы под ключ, которые будут включать в себя вот эти серверные установки, силовые установки. Это новое направление, которое перспективное, и мы активно работаем. Продолжаем развивать тему светодиодного освещения. И не просто производить фонари светодиодные. Мы сейчас начали работать в направлении создания умного города, который бы... Что это такое умный город? Это город, в котором есть система видеокамер, датчиков, которые считывается эта информация, обрабатывается. И первое, и выдаются необходимые управляющие сигналы. То есть, например, светофор. У нас он тупо горит, когда ему хочется. А если он работает в системе, подключен в системный город, отслеживается поток транспорта. И если в одном направлении, потому что особенно Киев у нас непредсказуемый, там едешь в один день, там можно на полном ходу приехать, заезжаешь на второй день, там пробка на 2 часа. А если работает система «Умный город», то светофоры включаются в зависимости от количества транспорта. Сначала выбирается приоритет, пропускается транспорт и регулируется следующий светофор. Таким образом, существенно улучшается пропускная способность городов. Плюс вопрос может быть, конечно, спорный. Это видеонаблюдение. Эта система позволяет фактически отследить любого передвижение любого человека. То есть это может быть ключевым таким вопросом по уменьшению преступности. Вот мы сейчас работаем над такой системой. Конечно, она требует... первое, что я рассказал, биткоины и так далее. Вот для того, чтобы обработать такое огромное количество информации, нужны мощнейшие сервера. И вот мы можем и поставлять и сервера, и вот эту систему, всю вместе с освещением. Освещение – это будет только составляющая часть, маленькая составляющая часть вот этой системы. И управлять городом можно туда подключать, и там и тепло, и воду. Вы рассказывали про это Райковичу? Нет, мы готовим презентацию по этому вопросу. Я не хочу, вы первые, кто это услышал, потому что это не то, что конфиденциальное, но это новая информация, действительно новое направление, которым мы буквально несколько месяцев занялись. Но в конце февраля у нас уже будут опытные образцы. Просто хочется жить в таком месте. Постараемся. Я думаю, с Андреем Павловичем мы найдем общий язык. Он прогрессивный человек. Думаю, что он заинтересуется. Освещение-то мы все-таки сделали, завершаем. Весь город у нас освещен практически. Поэтому, Євген Степанович, думаю, ми сказали А, скажем і Б. Але якщо говорити про самого Євгена Бахмача, то от які його плани на життя? Вы знаете, для меня, думаю, что для большинства людей, самая страшная вещь – чувствовать, когда ты не нужен никому. Это самое страшное и самое тяжелое ощущение. Что ты никому не интересен, ты никому не нужен в этом мире. Тебе не с кем общаться,
и никто не хочет с тобой. Я думаю, для человека, а мы созданы Богом, как такие общественные создания, которые нуждаются в этом, то такое состояние самое страшное. И, ну, во всяком случае, для меня особенно. Поэтому боюсь я, каких-то трудностей, каких-то, я боюсь единственного, что мне будет неинтересно. Что дальше я буду невостребованным. И скажут, иди себе на пенсию, на, там, денег у меня хватит там, на Мальдивах жить, сидеть, на, греться на тропическом под пальмами, на этом самом. Но это неинтересно. Да, отдыхать нужно. Ну, пару недель, да, конечно. Но жить так просто, чтобы день за днем, ничего не создавая, ничего не генерируя, это неинтересно. Такая жизнь, ну, для меня не имеет ценности. Поэтому где-то так. Я вам дуже дякую за розмову. Я бажаю вам довгих років, довгих, цікавих, наповнених років життя. Спасибо, що знайшли час для нас. Спасибо вам огромное.